ставропольская продукция востребована в Китае. Экспорт товаров от нашего региона в Поднебесную в этом году вырос почти в 1,5 раза. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем телеграм-канале. Всего с начала года наши предприятия направили в КНР почти 31 тысячу тонн продовольствия. Это мясо птицы, овощи, подсолнечное масло, хлеб, кондитерские изделия и минеральная вода. Глава региона подчеркнул, край продолжает выполнять задачи президента России, которые Владимир Путин обозначил на спроекте «Международная кооперация и экспорт». Такое сотрудничество помогает привлекать больше средств в российскую экономику, расширять производство и создавать новые рабочие места. В селе Тищинском продолжается строительство врачебной амбулатории. В здании разместятся кабинеты терапевта и фельдшера-акушера, лаборатория, прививочная, процедурная комнаты, сообщили в региональном Минздраве. Прилегающую к медучреждению территорию благоустроят. Работы проводят по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. Завершить строительство планируют до конца года. В Новоалександровском округе завершается ремонт трассы Рашеватская Радуга. На 7-километровом отрезке обновили покрытие проезжей части и укрепили обочины, сообщили в региональном Миндоре. В ближайшее время нанесут разметку и установят знаки. Работы проводят по краевой программе развития транспортной системы. Завершить ремонт планируют в декабре. В селе Левакумки завершился капитальный ремонт Дома культуры. Специалисты укрепили фундамент и стены здания, обновили фасад, кабинеты для творческих занятий и концертный зал, сообщили в региональном министерстве культуры. Также в ДК установили современное музыкальное оборудование. Работы провели по краевой программе сохранения и развития культуры.